Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов и делегация министерства находятся с визитом в столице США в Вашингтоне для участия в ежегодном собрании Международного валютного фонда и группы Всемирного банка. В ходе визита Самир Шарифов встретился с руководством МВФ и Всемирного банка. На встрече была представлена информация о текущей макроэкономической ситуации и динамике развития экономики Азербайджана. Стратегия долгосрочного развития страны было доведено до сведения, что одной из главных задач, стоящих перед Азербайджаном в настоящее время, является восстановление освобожденных от оккупации Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, реинтеграция этих районов в экономике, осуществление процесса великого возвращения на освобожденные от оккупации территории.